Я бы все-таки тут не смешивал два момента. Один момент, что вся страна видела высказывание премьер-министра, в частности, его пожелание, что если учителя не удовлетворены своей заработной платой, то могут зарабатывать в сфере бизнеса. Понятно, что у нас сейчас не тот бизнес, когда глубоко уважаемый Дмитрий Анатольевич был молод, он не в той стадии развития, не так просто, кстати, еще к тому же, на это мало обратили внимание, вот взять так и пойти сразу в бизнес. Это довольно сложное дело. И, конечно, представляется, что высказывание, как бы то ни было, не очень продумано. Но то, что высказывание Медведева, и это, и предыдущие в Крыму по поводу того, что пенсионеров нуждающихся, то, что оно используется в русле сегодняшней общественно-политической борьбы и противостояния, и скоро думские выборы, это безусловно. Но ведь это большой политик, участвующий на авансцене, тем более государственный деятель, он всегда должен быть готов, что любое его высказывание, любая фраза, она будет интерпретирована как заинтересованными, так и незаинтересованными сторонами.